Ну и в принципе я, короче, фэн игр. И, блин, бомба у меня. Может, я тебе скину сразу? Да нет, это нормально, будешь ставить. Я еще Погнали. помню то, что надо скидывать. Мы еще такую карту с тобой шпилим. Погнали, погнали аккуратнее. Все, что я помню, это Dust 2. А это Dust 1, братан. Нормально все. О, за тачкой. Я вижу, да. Стреляй в него, он битый. Я эту карту, если честно, сам не знаю, я не играл раньше. Почему я ничего не могу сделать? Ну ладно, сейчас, сейчас настроимся. Я, короче, думаю, я переживаю, что мне могут бан дать сегодня, если вдруг у меня будет... Да ладно. Стреляй, стреляй в этого, давай его не отпускать. Ох, он за смачком. А, ну понятно, там ни хера не Идем видно. Идем прямо вот туда. Идем прямо. Погнали. Я еще помню, у меня был прыжок. Ах, понял. Тупо как рам был за... Так, что там по гранатам-то, я уж не помню. Б. Да тебе не надо гранаты, бьем с калашом. Ладно, голову погнали. Стрелять, я говорю, тут вот фронткейс простая игра, просто бежишь и убиваешь. Ну легко говорить, когда ты чемпион мира. Ты можешь пострелять, я просто красный, ты понял? Ну да, я еще зеленый, но я быстро красным становлюсь, так что. Да, чувак. Витали, короче, вдали минус 40, он на тебя бежит прямо, вот тут за ящиками. Вот тут за ящиками, близко. Давай, он битый, битый. Гранатки нет, какая-то. Давай, 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 нормально все. Он тоже красный, понял? Он переживает тоже. Он где-то крыс. Ах, у него еще АВП. Чего они крысят? Они не же... спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Халдим, халдим. Они где-то нас крыс. А, вот они сюда кидают. Ай, за... Поджал. Откуда? Да бля. Убивай, убивай собаку. Ах ты. Слева. Да убивай его, убивай, убивай, это твой. Давай, давай, долби, 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 долби. На, он краса. Хедшот, мать его. Counter-Strike очень важно, это вот поддержка, это вот мотивация. 100% мужик. Даешь уверенность вот такую, и все. Так. Долби, 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 убивай, это твой, это твой, это твой, это твой. Хорошо. Ебой. Смотри, мы сейчас как бы будем их обманывать. То есть мы сейчас вот взяли справа, два раза, давайте налево пойдем, пойдем и слева. А, вон, наконец-то я вспомнил гранатку. Сейчас бросали. Я вспомнил, как гранатку покупать. Я знаю, где справа. Я иду за ним, братан. Чувак, мне у меня 16. Вот и все, видишь как? Это называется тимплей. Ну что, девчат, выходите, ну где вы? Ага. Сидят там, сидят, они сейчас тебе пойдут. Сейчас тебе. Да пойдут. Я... Еще ослепили. Бомбу не ставят, что ли? Да. А где они ее поставили? Здесь поставили. Короче, опять донаты приходят. Бро, посмотри мою страницу. Можно сказать, только зашел в сферу. Чуваки здесь просто пробиваются. Слов 3. Окей, бро, потом посмотрю. Да, Валентин был. Владимирович. Егор, привет. Ты бывал в Ярославле или в Брянске? Планируешь концерты? Да, конечно, был в Брянске, в Ярославле, и концерты там будут. Как сезон начнется с сентября, мы будем активно гастролировать. Врывайся в дырку в эту. В какую, чувак? В первую, да? Давай. Туда, да, пытайся размен дать, я думаю, они туда пойдут. Давай их там. Убьем. Да, тявик тут. Нам нахер. Это называется наставник, понял? Я тебя вот как бы направил.